А. Смотри, Настя, дети, крокодилы сожрали бегемотиков. Ой, этих. Ну, щупальцами. Взяли, сожрали. Ну, всем привет, дорогие друзья, с вами Трубоёжик и Настенька. Выживание в мире динозавров, мод ОРЕ Спаун. Сегодня мы будем веселые приключения мутить в Майнкрафте. И сегодня мы отправимся в мир роботов. Ой. Так, Настя, пошли. Это самый тяжелый мир, между прочим. Так, мне нужно дерево. Подожди, чтобы отправиться в мир роботов, нам нужно броню всю создать. Я хочу в этом видео показать мир роботов в Майнкрафте, а Настя мне в этом будет помогать. Правда, Настя, будешь помогать? Естественно. Умничка. Так что зря вы в комментариях писали, что она тупая. Она не такая тупая, как Да, они кажется. каждому ви на каждом видео пишут, что я тупая. Все обижают. Она обижается, когда так пишете. Не пишите так. Да нет. Пусть пишут что угодно. Я Я железо нашел. угораю просто над комментариями. Там еще Угорающая хуже есть. Настенька. Там еще хуже есть комментарии. А ты не читала комментарии? Да ладно. Я читаю комментарии. Ага, интересно про себя послушать. Так, ладно, все, я хочу домой. Я хочу домой. Ну, точнее, не домой, а вот сюда, наружу. Да, блин. Жалко, у нас трикопитейтер не установлен, да? Какая разница? Ну, дерево врубилось с первого раза. Ой, я вторую шахту. А, нет, я в свою упала. Бедняжка. Попутала вообще все. Вообще. В чужие шахты падает тут. Я хочу себя увидеть. Чего сделать? Меня убить? Да нет. Себя? Короче, нам нужно как можно быстрее развиться, потому что ночью здесь будет очень-очень опасно. Ну, ты сама знаешь, наверное. Ой, а нет. Создаем базовые инструменты. Кирки, лопаты, ну и все такое. Мотыгу будешь создавать? Нет. Умничка. Так, ладно. Пойду добуду еще чуть-чуть дерева. Тут, кстати, где-то был поблизости этот. Кто зомби? Динозавр залез на верстак. Крокодильчик. Он безвредный относительно. Если его убить, то с него ничего не падает. Нифига себе безвредный, он кусается. Да, кстати, кусать. Могла бы пораньше сказать, прежде чем я его начал бить. Ну, я не знала. Я не знаю, не знаю. Вечно он ничего не знает. Чё ты Так, тут кобянишься? давай я тебе сделаю еще киркуна. Железную. Три кирки. А, У нас железная. всего Да, две. как ты так быстро нашел? Ну, я железо видел, кто нашел. Пошли гулять. А знаешь, куда мы О. пойдем? Пошли вон туда Куда? прямо. Через динозавров. Вяу. Сейчас Ну, давай быстрее, я скотинка. что-то разгоняться не могу. А, все, Можешь. могу. Ай, я педаль дома застряла. Хе-хе. О, еда. Хавчик, хавчик, хавчик. Хавчик. Еда, еда. Мясо, мясо, мясо. Ты же вегетарианка. С какого? С такого. Овчики. Это Майнкрафт 1.64, так что совет здесь мясо не падает, к сожалению. Что-то тут везде снег. Нету конца этому биому. Я что, большие биомы создал, что ли? Нет, вроде. Ты успеваешь за мной? Да. Ну, а если что, я могу тебя тпшнуть. Может, динозавров создадим? Смотри, тут этот есть.
кости. Да. Ой, ты что-то черный. Это скелет. О, уголь. Кто черный? Я? Ну да. Я не черный. Я Был обычный. черный. Как негр, прям. Тень не прогрузился, наверное, мир. Да нет, как будто на тебя тень упала. Тень. Пойдем. У тебя есть хавчик? Свиньки. Свинья. А у тебя есть кличка в школе? Да нет. А в комментариях ты не читала, как тебя прозывали? Ой, блин, я не знаю. А, читала я все. И что? Как тебя прозывали? Я не читал, в смысле. Настюшка, хрюшка, Настюшка, порнушка. Настюшка, тебе там шприц в ушко. Настюшка, шприц в ушко. Шутки за 300. Блин, прикольно. Я никогда такого не слышал. Блин, так, дорогие подписчики, ты не дожил просто, ты... Придумывайте еще обзывашки на слово Настя, Настюшка, Анастасия. И пишите их в комментариях под этим. Там еще кто-то стих написал про меня. Ох, целые стихи. Ты еще недовольная, Настюшка Хрюшка. Настюшка, блин, шприцушка. Блин, зря. Я застряла. Я сейчас посмотрю после этого. О, тыква, тыква, тыква. Тут еще волчары. Ты где? Подожди, я ем. Хочешь жрать, хрюшка? Ой. Настюшка, хрюшка. Смотри, тут огромная пещера какая-то странная. Это необычная пещера. Смотри, иди сюда быстрее. Я не знаю, где ты. Я потерялась. Ну, тупица. Сейчас. Чух. Просто еды мало было. Вон, смотри. О, сейчас упадешь туда. Ой. Да уж. Может, туда? Это как будто это бездна. Слушай, а мне жрать нечего. Мне Давай тоже. Пожарим. Давай. И Можешь коров подготовимся к спуску замочить. В пещеру. Ой, скалолазом. Да, ну да, будем ресурсиков всяких. Причем что-то красное. О, девочка! Деваха. Ее убивают осьминоги. Эти осьминоги. Помоги, 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 помоги. Иду. Иди сюда, трус. Я очерненный. Я нифига... О. Эо, господи. Я очерненный. Я три рыбы выбил с этого урода. Что я нашла? Не трогай моего. Я ничего не вижу, я черный. А, все, я прозрел. Я же говорил, ты черный. Что ты нашла? Сейчас увидишь. Ну. О, рыбка. Сейчас. Ну, что ты нашла? Стрелялку. Убью. Лопатой по башке, на. Эй, тише, у меня жизни мало. А у меня еды мало. Вот моя девочка. Ты лучше Настеньки. Какая молчаливая, у нее глазик красивее, между прочим. Я буду с ней мутить. Я ее убила. Убила мою девочку. А, ну где? Тут еще одна есть. Темнее, девочка. Ты еду из этого взяла? Нет. Из мусоропровода. Давай, иди в пещеру. Мы сейчас спускаться будем. Сейчас. А, нужно. Забери еду себе тоже. Ну, забрала. Спускаемся. Свалился. Что-то я слишком аккуратно спускался. Слушай, тут какая-то хрень летает. А, это голова скелета. Скелет сдох. Там до хрена мобов, иди помогай. Я за тобой иду. За тобой. Турбоёжик. Ой, подожди, как сказать-то, блин. А, вспомнила. Турбоёжик, где ты был на базаре, вот купил. Чё за бред? Ай, меня клюют! Я тебя убил.
Спасибо. Сама виновата. У него железный меч! У зомбака. Почему они такие? Он забрал твой, наверное. А хотя у тебя не было железного. Была кирка. Меч. У меня сейчас пока что только есть кирка деревянная и палка. Ой, 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 ой. Скелет меня стреляет. У меня пол сердечка, что ли. Зомбаки, зомбаки. Сейчас я тебе тпшну к себе. Ой. Забери там свои вещи. А, они у меня. Они у меня. На, меч возьми обязательно. Защищайся. Там что там еще у тебя было? Все вроде у тебя. А где еда твоя? Ой, скелет! Да ладно, наплевать сейчас. Где у меня? О, зомбак. Я из последних сил убил скелета. Ты где? Тут. Какая-то зеленая хрень с них еще упала. А кстати, у крипер. Он убил этого. Давай освещать все быстрее. Ой, стейки валяются. Собирай. О, там тут изумруды. Оставь там крипер. А он не взрывается, прикинь. Я пробежал, он не взрывался. Он не взрывается, прикинь. 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 Угу. Изумруды мои. Нет, не твои, а мои. А где этот? Я нашел пещеру мои. Я сейчас сделаю себе, знаешь что? А, меч, да? Изумрудный. На, держи, да. И тебе тоже. Спасибо. О. Теперь мы можем. А! Здесь их дохрена! Смерть! Да. Да. Че ты так орешь? Да. Да. Ой, смотри. Что это? Тут скелетыч. Пошел сюда. Идиот. У него зачаренный лук был. Не все равно, но я его не смогу убить, у меня жизнь мало. Ну, смогу, может быть, но будет сложно. Ай-яй. Ой, я убила. У меня два лука, я тебе могу дать один. Да нафиг мне лук. Там, прикинь, там зомби с мечом. Железным, походу. И он, наверное, хочет тебя убить. Да, сейчас я поем. Прикрой меня. Нет. Я в другую сторону пошел. О, мне зомби хочет дать... Спасибо. Я-то думал, кто меня тут лупасит, оказывается. Этот. Ну, тот самый, короче. Вот поняла. Так, все, я пошел сюда, в шахту рыть. У меня зомбаки прыгают. А! Пиздюк зомби! У него зачаренный меч у зомби. У него изумрудный меч, походу твой. Слушай, ты потеряла меч свой? Слышь, Настя? Меня убили. Могла бы сказать. Я тебе говорила, прикрой меня, я поем. Я забрал твой меч. На, но у тебя больше ничего нету, только вот это все. Все остальное придется крафтить сейчас. Твои зомбаки на меня упали и меня хотели убить. Можно пожарить гнилую плоть? Да ладно, ее жарить можно. А, нет. В другом моде можно. Это... Я знаю. О, лава. А где все железо, которое я добыл? Да я не хочу. Я хочу рыбку пожарить, у меня еды мало. Хочешь гнилую плоть? На, жри. Угу. О, уголь. А я тут ищу. Рыбки. Давай рыть шахту.
Давай. У тебя факелов нет, на. Да, я тут сюда буду. Давай, чтобы больше найти. Кто первый найдет алмазы, тот молодец. Обычно я найду. Потому что у Настеньки рука. Настенька. Как-то. Настя шприц-пушка или как было это было? Никак. Эй, Ой. ты что под меня копаешь? Давай чуть в сторонку. Мы тогда серебряные Короче, я булки у вниз нас. копать буду. Эх, у Насти нету. О, золото нашел. Хочешь себе золотое колечко сделать? Будешь лордом Валдемортом. Ха. Или как его звали из Властелина колец, тот урод. Кто помнит, как звали того урода из Властелина колец, у которого было кольцо такой всей власти? Напишите в комментах. Интересно будет узнать. Я алмазы нашел. Врешь. Я никогда не вру. А я нашла, что за хрень? Не знаю. Как Ну, что выглядит? это такое? Ну, такая желтая. А, это титаниум. Ураниум, точнее. Ну, она полезна, но ее нужно очень много. Так. А я алмазный мэн. Всем Победитель по жизни, наплевать. все такое. Что ты сказал? А ну-ка иди сюда. Сейчас я тебе найду. Я тебе Пацан. морду набью. Сейчас я тебе киркой буду бить в живот, ногой. Больно. А я в пятую точку. А я в пятую точку. Да, в пятую точку. Пятая точка у нее еще не выросла. Даже не знаю, что это такое. Вон она, крыська маленькая. Эй, кого ты там обозвал? Лазит там. Ты У меня зачаренный шакал. меч. Шакал. Чё? Ты офигела? Свинка. Хей. Да. Да. Чё это было? Чё за... Да. Не знаю. Шакал. Турбоёжик. Где ты был? На базаре водку пил, да? Смотрите, обзываться пытается, скотинка мелкая. А у меня три Что алмаза, сказал? а я еще хотел и кирку сделать, все. Я не буду тебе делать. Сама ты шакал. Сама ты трубоежик. Сама ты. Ой, Бэтмен. Турбоёжик ты вообще-то. Вот именно, и не забывай это. Ну и чё, забыла. Я железо нашла. Настюшка, хрюшка. А. Настюшка, шприц, ушка. Ха-ха, я вспомнил. Теперь он это не забудет никогда. Ну, шприц, ушка, это ж прикольно. Конечно. Тебя в школе так не называли? Нет. Шприц, ушка. Вот у меня проблема, у меня кирка закончилась. Конечно, у тебя проблемы, у тебя Ой, шприц ушки. точнее, у меня дерева нету. Да. Ну, со шприцом Проблемы. ушки, конечно. Давай, иду ко мне, я тебе дам. У меня проблемы. Мы под океаном, между прочим, сейчас. О, я еще алмазы нашел. Хватит врать, не верю. Напишите в комментариях, дорогие друзья, что я нашел и сколько. Сейчас я вам покажу сколько. Блок, Вот. конечно, да? Ну, 9 штук у меня уже. И кирка алмазная. Я же сказала блок. Два блока, не знаю. Нету двух. Найду, убью. Ну-ка давай, ПВП. Кого броня сильнее? Не, ПВП. Давай ПВП в конце сделаем. Типа как в голодных играх. Хе-хе. А у нас конец первой серии только будет скоро. Потом нам еще в мир роботов отправляться. Бу, я перед тобой. Чувак. Чувак. Ты нашла меня? И что тебе? Ты меня будешь бить, если я тебе не отдам кирку? Алмазную. Нет, мне не кирку надо. А что? Дерево. Я Чем? верстак хочу. А, ну тогда да. И Держи. палочки тоже. Ну сделаешь сама палочки.
Умная такая. И в палочке тоже. Я ухожу как бог от тебя. Чего? Бог? Что ты Смотри, как делаешь? я ухожу. Иголка в ушко, Настюшка. О, лава. Я никогда лаву не видел. Прыгни в нее. Думаешь, можно искупаться? И будешь счастливым. А помнишь, как мы тогда алмазное дерево нашли? О, круто было. Помню. Я всегда буду это помнить. Так, мне печка нужна. Слава богу, у меня уголь есть. Слушай, я наружу пошел. А домики будем строить? Конечно, в конце. Но нам нужно в мире роботов сделать, знаешь, не то что дом, один общий сделаем, но убежище прям из прочного материала, который сможем только найти. Потому что там роботы, они разрушают дома прям ночью. Я не знаю, как мы сможем там выжить. Нам будет очень сложно. Попробуем. Попробуй. А хотя там не выживем никто. Может и выживем. Если у нас броня будет хорошая, то выживем легко. Как бы чешуйчиц не встретить. Накаркаешь. Да ничего, они для тебя... А, хотя у меня тоже брони нету. Они могут меня убить. У меня сейчас будет. Возможно. Давай наверх полазь, или я тебе допрошну лучше. Нет, не надо. Я тут... У меня в печке жарится. Я под океаном. Настюшка, может этот в мир динозавр? А, давай, короче, в следующей серии мы отправляемся в мир роботов, а потом в мир динозавров. Ну, вот этих, где красные, огромные, вот эти птеродактилы. Эх. Потом в мир островов, потом в мир рай. Короче, путешествие по... Путешествие юрского периода, назовем. Ну, первая серия это так, добыча ресурсов. Жалко, что ту не получилось продолжить, у меня завис Майнкрафт. Ну, молды слишком сильные, от них всегда все зависает. Ой, я чьи-то кости нашел. Голубые такие. А, girlfriend. Это девушку можно создать. Да. Да. Кажется, я приближаюсь к морю. А, нет, еще. Мне плохо. Почему? Не знаю, меня прет. Я упоролась. Если тебя прет, тебе должно быть хорошо. А не плохо. Значение слова прет, тащит. Что я хочу хорошо. Сделать, а? Что я хочу сделать? А, я хочу. Забудь алмаз. Ты уже добыл. Мало я добыл. Либо ты просто на. У нас на броню не хватит. У меня 9 алмазов всего. Угу. Нам как минимум 2-3 раза сделать? Больше нужно для двоих. О, я наружу уже. Я, короче, знаешь, что сделаю? Я сейчас на приоре буду кататься. А можно с тобой? Давай, иди сюда. Да. А, блин. Выкинула ботинки. Ну, ты молодец. Случайным образом. Я знаю. Так, у нас... У меня очень много этих и вот этих. Смотри, что у меня есть. Эй, я тебе еще вот этим. Вот этим можно убить? Нет, ты меня можешь убить. Я тебе камнем по... Не, гнилой плоти по голове. На. Эй. С чем ты меня... Бе. Все, все, все. Я тебя закидаю. Да, мне. Выкинь в океан. Сейчас я его... Ту-ту-ту-ту. У меня много Сали... ненужных вещей. У тебя кирка железная нужна? Да. Я ее выкидываю. Тогда. Только... Нет. О. Зачем тебе она? А, у тебя же... Блин. Нужна. Твой... Я тыкву тоже выкидываю. Это тоже выкидываю. Это тоже. Я тоже выкидываю. Нитки оставляю. Стрелы выкидываю. Да, выкидываю. Нам печка нужна, и верстак. Ой, там девчонка, похожая на меня. Надо убить.
сразу убивать все, что похоже на тебя. Это всю Да. школу, перебили, наверное. Жертва. Тинь-т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 инь. Чем я занимаюсь вообще, офигел? Вообще. Железо расставляй по печкам, все, что у тебя есть, не переплавленное. Но У еще меня ты железа нету. все переплавило, что ли? Угу. Молодец, конечно. Больше нету. Тогда иди наруби дерево. Ох, надо муравья Сейчас. еще найти, ТПшница. В какой мир? Ну, в этот, в робота. Роботы. Вкалывают роботы, а не человек. А чё у тебя там болтает? Отойди. От печки. Так, ну что? Давай я сделаю, знаешь, что? Так. Алмазные сиськи. У тебя есть? Железные штаны. И железные кепку. Вот, смотри, какой я красавец. Ага. Все вроде. Вижу. Вижу. Вижи, вижи. Че она там вяжет? Слышь ты, на кого наезжаешь? Наезжалка не вылезла, пошли гулять. По миру. Я хочу на грузин на вот этом языке говорить. Ну-ка я не попробуй. знаю, куда ты бежал. Ну, иди прям. И тебе ТПшно, Оп. если что. Если найдешь что-нибудь интересное свести. Умеешь свести? Да. Ой, хорош, Сейчас хорош. У меня микрофон сейчас лопнет. Мои подписчики Сейчас. еще больше тебя будут ненавидеть. Настюшка. Блин, Шприц. что-то. В ушко. Не, не свисти, я серьезно. Микрофон разрывает. И так тоже не делай. Тыквы. Хотя нафига? А я на льду катаюсь. Иху. Катайся, фигурист. Хренов. Смотрите, она меня ругает. Я тебя убью, посранка. Сейчас ТПшну и А убью. ты надо мной издевался. Ну, Имею когда? право. Я на приоре буду Подписчики один. пишут, хватит издеваться над Настенькой. Вот теперь вы понимаете, почему я не издеваюсь? Теперь понимаете, я тоже хочу над ним издеваться. Хотя, в Он принципе, меня бесит. До конца видео вряд ли кто досматривает. Так что почти никто и не знает. Меня? Да. Вот то, что мы сейчас говорили почти. Ой, дракон, 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 дракон. Какой дракон? Ты о чем? Вот здесь дракон. Был. Здесь драконов нет. Есть водяной. Ну чё за хрень? Кто это построил такую хрень, хреновину огромную? Я. Да. Поэтому видно. Разработчик обкурился просто. Майнкрафт, ты пьян, иди домой. Обычные комменты в ВКонтакте. Да. Майнкрафт это программа. Как она может быть пьяна? Так, еда. Уже темнеет. Ну да. Скоро злые да. негодяи будут приставать к тебе. Ко мне. И есть твою ногу. Вот я боюсь, вот, если меня убьют. Ты потеряешь себе еще, как обычно. Так, нужно Ну, по поесть идее, перед. ты не должна сдохнуть с такими ресурсами. У тебя броня есть, Просто меч. Тут мобов много. Так. Слушай, мы В еще принципе, я не буду. Мы Чё? Не нашли этого. Муравьев. Муравьев? Да, я вообще что-то их не вижу. Потому что мы не можем выбраться из зимнего биома. У меня такое ощущение, что я создал мир большие биомы. Случайно.
Потому что А, мы уже ясно. давно должны были выбраться. А тут туда не пойди зима, а сюда не пойди зима. Надо было О, я напрямую. в лето. Да? Нашла ли это? Тут, кстати, куча этих Бабло. тыков. Тыква. Тыков. О, там вот этот краб, клещ, как его. А, ты нашла болотный биом. Не приближайся, он очень-очень опасен. Да, знаю. Он совсем-совсем опасен. Краб. Я его крабом назвала. Это не краб. Ой, Ну, этот. крипер на пауке? А, нет, не показалось. А бывает такое. Эндерменчик. Фу. Мой любимый моб. А я не люблю никаких мобов тут. Меня все бесит. А если бы любила, кого бы выбрала? Если бы любила, выбрала бы. Не знаю. Зомби, наверное, только. Почему? Просто. Его легче всего убивать. Типа того. А я вот... Я ненавижу криперов. Так, пошел в жопу, зомбик. Ты Я меня его бесишь. называл зеленым шариком. Ты не любишь шарики? Пом. Сырные шарики. А я пошел. Какие сырные? Ты что, жрать хочешь? Нет, это Станешь. мультик какой был. Станешь толстухой опять. Ты что там бухаешь? Ага. Алкоголик, я тебе башку оторву. Ох. Это морковный Ах, сок. фак. Ой, Днем бы оправдание он пересохло. тут нашел. Дивный сад, между прочим, называется. Рекламу сделали. Пусть мне заплатят. Ой, я островок нашел из двух блоков, из трех. Ну, здесь будем выживать. Реально, ТП, тут ТП. О, 3-4. подожди, подожди. Тут, короче, я нашла в земном биоме. Зимбабве. В земном биоме яблоко валялось зачаренное. И рыбка. Три Тоже штуки. зачаренная. Рыбы нет. А я нашел нормальный биом. Наконец. Господи, я девчонку испугалась. Ты всегда боишься баб. Ох, здесь кукуруза растет. Ура! Я наконец-то нормально поем, а не эту сырую курятину, от которой уже тошнит. О, меня крипер взорвал, я подлетел так высоко-высоко. Почти до вершины солнца. Алло, Настя. Да. Ты чё молчишь ты? Да ничего. У меня тут красные коровы. Ты в каком биоме? Я в нормальном, ну, где поля. В раю? Не. Черт. Где поля? Объяснил. Тупица, заткнись. На меня охотится, она еще что-то там бубнит. На меня тоже охотится. Поверь, я не знаю, Эндермен как на мне меня выжить. охотится, а не просто кто-то там. У меня все жизни одни. Ай, фак. Ты еще меня А меня, отвлекаешь. походу, сейчас убьют, прикинь. Меня тоже. Я тебя А, спас? все. Да. Я золотое яблоко съела, это Эй! все с помощью Меня него. стреляют. Смотри, муравейка! Можно телепортнуться. Давай Да. телепортнемся. Я не знаю, какой это мир. Какой? Вот он, вот он, вот он. Давай. А, там, Это... короче, страшно. Я сразу строю себе домик. Мне все равно. Ай! Нет, 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 нет! Тут эти ящерицы летающие. Я их убил. Сейчас я поем. Ай, меня убьют. Фух, я спрятался, я жив. Фух. Я буду жить, я буду жить. А тут можно передвигаться под землей, смотри.
Достаточно Ай. на два блока вскопаться. Давай я тебе такое что пустил. Ай. Иди сюда. Фух. Видишь, я под землей тут. Норы можно рыть. Ага. Ой. Чё с тобой? Испугалась, что ли? Здесь можно вообще домик построить. Там один блок земли, главное, на верхний рыть, и все. А Расширяй тут домик, чё бедро. стоишь? Сейчас. Вот как я. У тебя что, нет лопаты? Нету. Ты умерла уже один раз? Сейчас. Да. Иди его забери свои вещи, потом приди. Нет, я не умирала, кстати. У меня все вещи-то тут. А, я ж тебя спросил, что ты мне наворовала. Я подумала, вообще умирала ли я. Ну ладно. Так, смотри, что у нас там можно скрафтить. А ничего вообще. У меня ничего нету особо. Ждем, пока день наступит. Там еще ночь. Фух. Ну давай на этом закончим серию. Уже 36 минут. Ну все, Давай. дорогие друзья, с вами был Турбоежик. Мы сегодня выживали в обычном мире, но с модами на динозавров. Кое-как выкарабкались, заработали себе, ну, так себе ресурсов. Сейчас мы будем выживать в следующей серии на другом канале. Я выложу это видео. Будем выживать в биоме летающих островов. Так что ждите следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. С вами был Трубоежик и Настенька. Окей. Настюш, обнимашки. Обнимашки. Настя. Скажи что-нибудь милое подписчикам. Ну, говори, что ты бошкой махаешь. У тебя родители там дома? А, Настя, родители пришли, она не может говорить. Ладно, всем пока.